Начинаем буквально через 5 минут, рада всех вас здесь видеть. Добро пожаловать. Раз. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Давайте поаплодируем себе и нашей группе, которая скоро будет выступать. Ура, ура! Добро пожаловать на «Зеленку». Буквально через несколько минут наш музыкальный коллектив начнет. Зовут его Ванин. Сейчас мы к этому перейдем. А сейчас я хочу напомнить, что у нас здесь проходит фотоконкурс еженедельно. Задача которого заключается в том, чтобы каждый из вас сделал оригинальную фотографию, то есть, подчеркиваю, оригинальную, самую оригинальную мы выберем. Где-нибудь здесь на локации или во дворе. Обязательно выложить нужно это в свои социальные сети с указанием хэштега «ЗеленкаПати». Хэштег «ЗеленкаПати». Все по-русски, все прозрачно, все чисто, все понятно. Спасибо. А сейчас... Зеленка. Да. А сейчас на этой самой нотке мы объявим победителя прошлого конкурса. Ведь победителя этого конкурса мы объявим в следующий раз. Как вы сами понимаете, что все было честно и понятно. И для этого самого торжества я приглашаю на эту сцену наших замечательных организаторов в лице Александра и Даши. Всем привет! Очень рада всех здесь видеть. Конкурс мы проводим уже не первый раз, потому что «Зеленка» у нас уже пятый, между прочим. И в следующую пятницу вновь можно будет получить вот такую вот прекрасную, как у Дарьи в руках, футболку от культурного центра «Москвич». А сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену нашего медиа-волонтера, так сказать, или фотографа Елену, которая в прошлый раз выложила фотографию, набрала большее количество лайков и, кроме того, осветила полностью наш концерт группы «Стонбери», который был позапрошлый, собственно, раз. Этот подарок отправляется Елене. Если вы хотите получить такую же футболку, как уже правильно сказал Павел, выкладывайте фотографии, самые креативные, самые лучшие, получит приз в следующий раз. А сейчас... Паша, расскажи, что сейчас будет. Спасибо большое, аплодисменты нашим коллегам. А сейчас для нас будет выступать музыкальный коллектив. Но я еще такую ремарочку сделаю, что мы почти подошли к середине лета, а кажется, что уже как будто бы к самой осени. И вот здесь мы на «Зеленке» собираемся, это столица, в столичном уголочке, в «Москвиче», для того, чтобы немножко растопить наши с вами сердца. Давайте тоже еще немножко поаплодируем, потому что именно так мы их расставили. А сейчас я перейду, наверное, вот к нашему музыкальному коллективу. Почему Ванин? Почему коллектив называется «Ванин»? Наверное, у всех такой вопрос мог в голове сложиться, правильно? Не слышу, правильно или нет? Спасибо. Почему «Ванин»? Это классное русское имя, «Ванин». Нам очень нравится так называться. Еще есть такая штука «Вейн» с английского. Это путешествие на колесах, домах на колесах. Вот, собственно, такая вот параллель. Ну, то есть «Ваня путешествует на колесах», как бы. Вот сегодня у нас будет так, и ворвался в «Москвич». Замечательно. А еще один, наверное, вопрос. Что в какой-то момент вас побудило вообще заниматься музыкой? Вот почему? Вот живут же люди нормально, вот, а как это взял, напоролся и начал петь? Что довело до музыки? Ну, меня довело, наверное, скука. И любовь к музыке, конечно же. Вот так вот, да. Скучно без музыки было. Нужно что-то создавать в этом мире обязательно. Отлично. Я даже более того скажу, что в отличие от, наверное, строителей и многих других, кто строит что-либо, музыканты строят именно своей душой, и им не нужны для этого какие-то материальные под рукой вещи, кроме разве что струнок, конечно же, и всяких других музыкальных инструментов и музыки своей души. Спасибо большое. Я думаю, что мы чуть-чуть пообщаемся позже, а сейчас пора бы начинать. Всем привет.
Это круто, то, что вы не пошли на Парк Лайф, а пришли сюда на Вайн. Я тоже не пошел на Парк Лайф, пришел сюда. Спасибо. У нас будет сегодня короткий сет. Очень, очень короткий. Вообще нас много. Сегодня нас... Да, нас двое. Двое. Но мы как раньше. Мы раньше играли вдвоем постоянно и вернулись. Ну что, начнем с одной песенки. Она хоть и кавер-версия, но очень приросла к нам за трубы музыкальные. Да, кто знает слова, подпевайте, хлопайте в ладоши. Мур. Потому что мы поем на английском. Такой у нас формат.
Да. Нет, никого не смущает. Давайте общаться. Нет, мы умеем писать песни на русском. Это важно. Но мы их никому не покажем. В 2020-м, как и можно. Ты их просто поставишь. Ты их просто...
Это вообще про твои. Ладно, да. Тогда следующую песню. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий есть вопрос. Еще вопросы? Может быть. Нет, нет, нет. Нет вопросов? Не. Ты гитару обвил свою. Пошли. О. Так и программы, да, используешь? Давайте.
Будет песня, я не знаю, ну как бы не было плана, потому что она такая длинная и там громкая. Ну, может быть, будет, только без концовки, ладно? Нет, как без концовки. Нет, если с концовкой, то вы ногами топать будете. Вот так вот. Окей? Там было две руки, это был один вопрос на две руки? А, окей. Класс. Так, ну что, еще сыграем песенку какую-нибудь, да? Грустную? Давай грустную сыграем. Очень классный концерт был. Жаль, вас не было.
17 человек тогда у нас на сцене было. Ну, не просто оркестр, была секция, была секция треков. В общем, было клево. Да, но пока что мы не решились еще раз собрать такой большой коллектив. Потому что это было очень накладно. Реально. Несколько месяцев подготовки. Питер? Питер, с удовольствием приедем. Вот. Очень хотим этим летом приехать, но что-то пока не складывается. Я не знаю, а? А в Москве в ближайшие дни? В ноябре? Ну, в ноябре, видимо, приедем. В Москве? В Москве, да. В Москве ближайшие 10 августа на фестивале «Экспедиция» в парке Горького. Восход. А, «Экспедиция», «Восход». «Экспедиция»? Ну, в общем, да. Перепутал чуть-чуть. Главное число и место. Главное, чтобы вы там были. Обязательно приходите. Да, это 10 августа, парк Горького. Правда, не знаю пока, во сколько мы будем играть и на какой сцене, но, наверное, на каком-нибудь хорошей сцене и во сколько-нибудь приятное время. Не утром. Да, не утром, так что будет комфортно, и вся информация будет лежать у нас на всех ресурсах, контактах, инстаграмах и фейсбуках. Из Екатеринбурга здесь кто-нибудь есть? Вдруг случайно. Да? Есть? Привет. А мы скоро в Екатеринбург поедем. Вот. Вы тоже поедете? А мы 27 июля. Вы еще будете в Москве, да? Ну ладно. Тогда, значит, отдельно поедем. В разных вагонах. Там еще какие-то вопросы или вы просто флажочком махали? Вообще сами по себе или вместе? Все вместе. Ну вот 4 года официально в группе Вани. Вот. А нам. Мы лет 9-8 играли. Да, 8-9, да. У нас до этого еще был проект. Ну, у каждого был проект до этого. И не один. Да. Да. Ну, то есть всего музыкой, наверное, отдельно мы занимаемся много уже. Лет по 14, наверное. Не меньше. А вместе мы 8 лет. Живем все в бараке. В одном бараке. Да. Поэтому поймали мысли. Вот нас раскусили. Как мы нашли друг друга? А? Как мы нашли друг друга? Как мы нашли друг друга? И как все находят друг друга? В интернете. Тиндер. Не, его не было. Музыкальный тиндер. Нет, это шутки. Скользкие шутки. Нет, мы встретились на Music Forum и раньше играли тяжелую музыку. Мы все раньше играли тяжелую музыку. Такая была волна. Это был очень тяжелый ресурс. Да. Но все это осталось в четырех стенах, там где-то. Вот, и сейчас... Ну, сейчас кто-то играет тяжелую музыку? Играет. Да? Кто слушает тяжелую музыку сейчас до сих пор? Я тоже. Это круто. Что значит тяжелая музыка? Ну... С такой, знаешь, с такой повышенной энергией, возможно, с пониженным строем, с определенной эмоцией, да? Достаточно агрессивной подачей материала. Не стало? Странно. Понятно. Ну, не знаю, например, Fever 333 мне очень нравится. Я слушаю. Из тяжелой музыки. Я бы к тяжелой музыке отнесу. Наверное. Сегодня, кстати, играет на Park Life, на Nothing But Thieves. Знаете такую группу? Классно. Мы два раза были на них. Ну, они не сказал бы, что они тяжелые, но у них очень крутая энергетика. Вообще тяжелое слово, оно такое, ну, прям в кавычках совсем. Скорее, тут больше энергетика, которую они распространяют, и она очень классная. Тяжело устоять. И еще, блин, The Horizon. Правильно я сказал, да? Horizon. Horizon. Да, вот они тоже приезжают. Мне было интересно на них посмотреть, но... Будем играть. Мне кажется, тяжелая музыка, это вот когда гитары очень громко звучат, они прям перегружены максимально, тебя сносят волны вот эти вот гитарные. Ну, мне так кажется, потому что это может быть динамически разная музыка, но по своему составу. Вы знаете группу Cannibal Corpse? Нет. Ну, может быть, это туда, да. Это прям совсем. Ну, они тут прям совсем. Это что надо.
Прикопнул. Ладно, так, что мы еще сыграем? Песенку какую-нибудь, наверное. Впервые слышу, кстати, о зеленке.
Зеленки, да, правильно? Так надо говорить. Зеленка. Зеленка. Окей. Это круто. Классное место. Спасибо организаторам и всем, кто участвовал. Будете еще песню? Не, пока. Может быть, песня, может быть... Тогда разбавим немножко песню. Вот сейчас эту систему разбавим. Тогда Владимирский Централ вышел в 10-й серии. Прошу прощения за школьный юмор. Собственно, я, наверное, это пропустил. Тут говорили про какую-то, как минимум, одну группу, знаем ли мы. Так вот, я ее не знаю. Хотел узнать, кто ваши кумиры, то есть чего вы начали слушать вообще музыку, что сподвигло вас, вот, и таким образом вы дошли до сюда. И, соответственно, можете порекомендовать нам. Ну, допустим, если говорить о себе, то для меня кумиром, который сподвиг меня к развитию, там, не знаю, вокального, музыкального и прочему, это был Ричард Литл, или Литл Ричард. Есть такой чувак. Вот. До сих пор для меня он, ну, топ в плане вокала. Вот, вот так вот. Да, Вова, наверное, своим. Но это было давно, это было в классе в девятом. Это было так давно, да. Это было совсем давно. Вова делал, может, рассказать про своему первому, наверное, усилителе гитарном. Ну, он был самодельный, он был сделан моим соседом. Он очень хорошо знал электрику, лучше, чем я. И он мне принес мой усилитель в коробке из-под обуви. Вот, это было круто, да. Я подключал ее к старой примочке Ибанес, вот этой, которую, знаешь, нажимаешь, она вдавливается вниз. Вот, такая старинная. И жижикал себе радость. Слушал очень много музыки всякой. Я начинал, на самом деле, сразу с такой агрессивной музыки, то есть Sick of Intel, ну, такие старые названия, там, Drowning Pool, какие-нибудь... Слепно, Deftones очень люблю до сих пор. Такой стандартный набор группы, и нравилась мне энергетика, потому что я хотел так же. Я думаю, определенной энергетики вы добились, достигли, она прям даже сейчас чувствуется. А насчет того, что стандартный набор, я вот так не сказал. Вот. Мне кажется, что сейчас люди слушают совсем другое. А еще, кстати говоря, пользуясь случаем, я просто недавно подумал о том, что есть в этом мире люди, например, хоть это не к вашему жанру совершенно относится, но есть в этом мире люди, которые начинают слушать рэп с рэпера Фейса. Ну, просто, не знаю, не те, кто знает, тот поймет. Ты знаешь, у него неплохие минуса, у него неплохой продакшн, в принципе, ну, это неплохо. Вот. Я насчет текста, да, там совсем, совсем мусор. Но он сейчас поумнел вроде, он... Поет сейчас неплохие песни. Побрился, наверное. Отсидел где-то на это. Ладно, я думаю, что не стоит больше общаться о Фейсе. Будем скорее просто о Лисе, так скажем. И на этой самой нотке думаю, что мы можем продолжить еще музыки, правильно? Хотите же? Вот и я тоже хочу. Stop shining on. No, no, no.
со старым с кино и слушайте музыку.
Класс. С Funky Souls. Да, с Funky Souls скачать альбом. Знаете такой ресурс Funky Souls? Он еще, кстати, жив. Какой классный время был раньше. Нет, не знаете такой ресурс? Знаете, знаете. Ну не все. Ну, советую вообще, кто не знает. А кто помнит MySpace? Вообще легенда. Вот, круто. Офигенно. Я там очень много музыки интересной находил, которая просто для меня была открытие. То есть неизвестные команды. Впервые я столкнулся там, ну, с неизвестными командами. Потому что другого не было. Были кассеты, диски и все. И это был настолько глубокий и замечательный мир. Вот. И спасибо MySpace за... Я уже мог написать всем комменты. Да. Ты можешь было вырезать. Чувак, ты знаешь, я вам наполняю. Не делал ни в коем случае. Вот. А, кстати, что сейчас случилось с этим ресурсом? Кто-нибудь знает? Я там зарегистрирован до сих пор, да? Там, наверное, не баннер, как увеличить ребанер. Не надо. Есть еще какие-нибудь вопросы? Еще так. Почему мы поем на английском? Ну, тут два, как минимум, будто. Ну, во-первых, у меня пятерка по английскому была, надо как-то ее отрабатывать. Вот. Во-вторых, мы очень хотим, чтобы нас понимали везде, вот не только в России. Но в России нас не понимают. Нет, на самом деле, кто знает английский язык, те понимают. Логично. Но вот мы выбрались как-то на фестиваль в Сидит. Было приятно, что мы поем на языке, и все подходят и понимают, что происходит вообще, в принципе. Кричат нам «Хай-яй!» Да, но... Нет, было круто. Было круто. Кто был на Сидите? А вы такие, ребята, я знаю только текст своих песен. Да. Больше ничего. Нет, ну да, немножко, да, так. Нет, хотя он что-то говорил, да, нет, нормально. Да, настолько было жарко, у нас было выступление 2 часа дня, когда солнце было в зените, и было настолько сильно, что это был труд. Это знаешь, как дом строить? Серьезно тебе говорю, как кирпичи таскать, вот только ты на сцене играешь. Это настолько было сильно. Ну, то есть жарко, надо прыгать. Бессонная ночь, потому что переживали, нервничали. Потому что третий день фестиваля. Да. Можно еще вопрос? А на каких площадках вам нравится больше выступать? На больших, когда большая энергетика, или какие-то маленькие клубчики, где такая своя атмосфера? Тебе нравится на больших выступать? Нет, это вообще прикольно, но мне, допустим, страшно на больших, вот честно. Мне чем меньше, тем неспокойнее. Чего именно? Людей, энергетики или чего? Наверное, энергетика ты не чувствуешь просто, она тебе с непривычки. Если можешь часто играть, конечно, к этому привыкаешь. Но поскольку мы всю свою жизнь играли, и нам уже довольно много лет для маленьких площадок, то мы в них как-то привыкли дома, как в тапочках. Ну, на самом деле же играешь. Да, когда люди далеко находятся, то здесь некое препятствие создается, то есть для того, чтобы добраться до них. Ну, тут только чуть-чуть благодаря инструментам. Но ты находишься здесь, и тебе нужно выше прыгать, там, бегать туда-сюда. Но это круто. Обмениваться энергией немножко сложнее, но более приватной площадке мы, конечно, любим больше. Да? Ну, как-то да, но любим махать прямо рядом. Просто нет, наверное, где-то, ну, по крайней мере, у меня внутри такого типа «хочу стадион», «я его заведу», все такое. Вот этого нет как-то. Есть просто желание делиться музыкой, но когда людей становится очень много, и тем более, если они не знают твою музыку, то ты как-то прям расплываешься в этом, в неуверенности, что ты делаешь, что ты. На деньгу, например. Да, когда Вася танцует под сценой какой-нибудь. Да, а за ним стоят две бабушки с колясками. Вот, и дети. Чё поёшь? Ты хапаешь на английском. А ты стараешься, прыгаешь, бегаешь, она вообще ничего не понимает. Ну, в принципе, на весь все равно такой. Ей нравится. Моей маме нравится, она вообще английский ни одного слова не знает. Говорит, о, как хорошо. Я пришел домой, один раз я пришел домой, и я просто смотрю, мама ходит с телефоном и слушает Ваню. Я говорю, ты что делаешь? Она прям слушает лайф, ходит. Так, Вов, а что такая длинная песня вообще? Чего она закончится? Ну, приятно, все равно моей маме нравится. Наверное, на детстве все-таки есть какая-то. Ладно, если маме нравится.
Странно, что моей маме, да. Я и буду писать такие песни. Я сейчас пишу песни, говорю, мам, зайди, пожалуйста, послушай, что я делаю. Да. Она такая, ну, хоть ничего. Да. Угодить маму. А потом Стас Михайлов на всю кухню. Зачем я подарила ей колонку жюбилю? Ладненько. Давай что-нибудь сыграем, наверное, песни. Ну хорошо, ладно. Давай. Ну будем долго. Сейчас я попикаю. А что, мы успеваем на парклайф-то? Нет? Можно такси на всех заказать. О, есть на час, успеваешь. Да? Вот так вот музыканты бы на больших сценах настраивали, было прикольно, да? На каком-нибудь ризинге. Tonight.
Я лишь хочу напомнить про наш что? Конкурс, который проходит, собственно, здесь. Нам нужно сделать фотографию. Я просто вот сейчас пока все заслуживались концерт, правильно, никто особо не активничал. А сейчас нужно как раз этим заняться. То есть вы в какой-то момент встанете, сделаете фотографии красивенькие на фоне либо деревьев, либо надписей каких-нибудь, выложите в социальные сети, поставите хэштег «Зеленка Пати», как уже описал. Через «Е» «Зеленка Пати». Все, правильный вопрос. И, соответственно, в следующий раз мы объявим победителя. А сейчас, на этой вот славной, торжественной нотке, я хотел бы пригласить на эту сцену наших организаторов. А это все? Нет. Я бегу вперед поезда. Я думаю, что все хотят услышать все-таки заключительную песню, чтобы отогреться на все вот эти слова. Будем играть новую песню. Ну, кто был на концерте, это узнает. А вот для тех, кто нас не знает, в принципе, все равно, да?
Она все равно на английском. Но на самом деле эта первая песня написана, будем честны, не совсем нами. То есть песня, музыка написана нами, а слова нам прислала одна девочка. Вот. Мы их чуть подправили, чуть подкорректировали под мелодию и так далее, добавили туда всего, припев. Но основа была такая. Так что это вопросы, если вдруг какие-нибудь люди такие вопросы бывают, откуда вы берете тексты. Вообще пишу я, но вот бывает вот так, как сейчас с этой песней. Мне просто нам подарили текст, а мы его доработали. Вот такая правда. Ты все? Перерыв собираешь? Спасибо вам большое за внимание.
С вами была группа Morning. На этом все. Спасибо, ребята, что были здесь. Свои прекрасные, добрые. Спасибо большое. Вы очень приятно публики, с вами легко и круто. Спасибо. Спасибо за участие. Еще раз группу Ваня, группу Вова, да, группа Вова, Владимир Зусярый, Вова Ванин, Андрей Ванин, Андрей Ванин, да, Вова Ванин. Борисов на самом деле, не придумаю. Это я придумал, что я Ваня. И приглашаю на эту сцену Александру и Дарью, которые сейчас сделают молодежи. Да, спасибо всем, кто пришел, спасибо группе. Вот, у нас есть небольшая такая традиция, она уже длится давно. Это наше спасибо вот, за теплые эмоции, которые вы нам подарили. Вот этот цветок, зеленка, вот, чтобы он рос вместе с вашим творчеством, да, и радовал лично вас и вашу группу. Ну и также большое спасибо от культурного центра «Москвич». Мы всегда рады вас видеть, вот, надеюсь, что не последний раз. Да, ну и также всех ждем уже следующую пятницу, очередная зеленка. И тоже хотели бы попросить вас не расходиться, а выйти на нашу импровизированную сцену на улице для того, чтобы сделать волшебные фотографии общие вместе с группой. Спасибо!